началась очередная лига. Лига Блайт. Прошлую лигу я как-то пропустил, потому что больше играл в Underlords, в шахматы. К сожалению, прошлую лигу я почти не играл. Но в эту лигу я все-таки ворвался, потому что, ну как, я же не могу Апоя забыть, правильно? Лига Блайт. Мне очень понравилось вот это строительство вышек. Вот начал Эссенс Дрейном, Трикстером. Сейчас посмотрим. Девятый акт. Каждая вышка обладает своими свойствами, это, конечно, охеренно. Но мне больше всего замораживающая нравится вышка, потому что она врагов останавливает. Три уровня прокачки, как я понял, у вышек. Эта вышка сильно замедляет. Смысл в том, что, ну, чем-то на Абис похоже. То есть, из вот этого разлома лезут мобы. И тебе нужно охранять, чтобы эти мобы не прошли вот отсюда. Вот до этой штуки. Потому что эта штука, она как бы очищает вот эти разломы. Вышки есть, которые мобов призывают огнем, бьют электричеством, то есть молнии и так далее. Каждый обладает своим свойством, их можно прокачивать. Есть вышка, которая просто другие усиливает и все. И с каждой секунды оттуда мобы все сильнее вылезают. Вот это важно. Там мобы реально сильные под конец. Ну и в конце лут. Все, я справился. По идее, если не отдефать, типа все равно мобы. Ой, то есть лут вылезет. Но просто его меньше будет. Мне вообще очень понравилась вот эта тема. То, что надо строить вот эти башенки, как Tower Defense. Tower Defense. Эссенс Дрейн просто охеренный. Просто и боссы сносятся, и зачистка хорошая. Ну, лига, да, мне нравится. А лига мне нравится. Вот эта идея с Tower Defense, она реально охеренная. У меня 100 миллионов экспы в час было, и сейчас только 84. Ну, уровень все-таки поднимается у меня. И экспа в час падает, следовательно. А вон она, кстати, Кассия. Люблю Essence Drain. Две кнопки прожал, и все, мобы умерли. 14600 урона в секунду. Зачистим сначала и открываем. Так вот, из этого портала тут полезут мобы сразу, замораживающую вышку. И вот отсюда тоже мобы сейчас полезут, пиздец. Мне нравится вышка, которая мобов призывает, потому что они столько врагов с собой. Пиздец, вот этот портал вражеский заспавнился прямо перед... перед вот этой штукой, которую охранять надо. Пиздец. Ну, вышки дамажат, в принципе, вышки убивают. Вышки надо не забывать прокачивать тоже. И не забывать строить их вообще. Ой, мискликнул. Вот это боссы уже пошли, какие-то сильные мобы, вот эти скелеты. Некромантка очень сильная в этой лиге. От дефа.
Мне что-то некроманткой не захотелось играть, если честно. Некроманткой многие сейчас играют, да, она сильная. Интересно. Вал, камни падают. Притом с качеством. Я использую Arctic Armor для защиты и Malevolence Aura для урона, соответственно. Ну, урона тут вроде как хватает. Правда, я Despair не использую, вот это проклятие. Я не знаю, у меня такое чувство было, что XP больше стало идти, то есть очень быстро левелапы. Особенно в начальных актах. Я пока что стараюсь весь лук подбирать. Потому что у меня пока ничего особо нет. Хотя я уже экзальт свой первый нашел. Так что... Ну, кстати, я вру, в принципе, валюта у меня уже есть. Я экзальт нашел... Наверное, надо будет его продать, кстати, но я не знаю. Или наоборот купить, пока они дешевые. И я джевел продал один за 60 с лишним хаосом, тоже ценный. Экзы сейчас дешевые, кстати, вот 60 с лишним хаосом примерно. Хьюмилити. Навряд ли я табулу буду фармливать, я обычно таким не занимаюсь. Плюс эссенс дрейну не нужен 6-линк, тут 5-линка хватит. Так что... Для Сенстрейна, в принципе, нет 6-го камня поддержки. Не считая там Эмпауэра. Блин, сложно, когда мобы с аурой бессмертия. Сложно с ними разбираться. Раньше еще сложнее было. Эссенсдрейн его просто бафнули как-то. Типа Эссенсдрейн по площади бьет, а раньше он только... Ну, в одну цель летел, и все. Только одна хьюмилити пока выпала, кстати. Хотя я не так уж и давно на озеро пришел. Терпеть не могу вот этих мобов, которые трупы взрывают. Пиздец, они опасны. Миллиона XP в час. Ну, как-то так. Я думаю, что неплохо. Будем следить.